Да, про ДЦПшного, да, аббата. Ну да, Домата, видимо, гикает он лоу, раз уж катил тебя его. Слушай, Фэтман играет за Вольда, Фатима, хотя мне Гитлер больше нравился, Адольф. Немиарчик взял Свая, уже не как друг играет, серьезно все. Одинаковая ситуация по ХП у игроков, что не мера. Салютуют друг другу игроки, дань уважения, респект, как друзья все-таки. Продолжают дальше играть. Немер наломился на несчастного Вольда, но тот был готов. Блочит вейкапы. И в одном миксапе буквально от смерти находится Фатима, и у нее горит броня желтым. Ох, агрессивно начинает Фатима, но оправдано ли это? Странный удар она использует. Но это приносит свои плоды определенно. Немиар вифает очень часто и жрет лоу-удары. Красавчик за джазгардил этот удар, который не в комбе, решился использовать Жермен. Взрывается Жермен, подавляясь бомберкистке. Берет этот раунд. Грудь в поцелуях у Жермана от поклонников, поклонниц. Все любят Жермана. Держи, Жермен. Опять он взрывается. Не дает Немиару покоя просто-таки. О, интересная замутка. С бросочком на хите. Красным горит броня Фатимы. И два раунда в копилку Немиара. Аккуратно выпускает своего Айона. Немиар не лезет в серию ударов. Все правильно делает. Аккуратненько прессит несчастную Фатиму. У нее остается совсем немножко ХП. И скоро у нее либо сломается броня, либо она и так умрет. Ну, собственно, что и происходит. Ломать броню не понадобилось. Жирмен заканчивает свое выступление.